Выставка работ новосибирских художников открылась в городском центре изобразительных искусств. На ней представлены полотна в разных жанрах и техниках. Что объединяет авторов и при чем здесь Дуся Ковальчук? Об этом Екатерина Макаркина. В нескольких залах Центра искусств сегодня людно. Художники, их друзья и просто люди, неравнодушные к живописи, собрались ради важного события. Впервые представители двух художественных союзов выставляются бок о бок, тем самым заявляя, все границы условны, важнее теплые отношения друг к другу. На этой выставке собраны работы тех, кто творит в художественных мастерских по одному адресу – Дуся Ковальчук, 175. Именно адрес дал экспозиции название – «Вся Дуся». Формально эти художники из разных союзов, но на деле они вместе. Знают друг друга много лет, рисуют портреты друг друга и делятся секретами мастерства. Мы обмениваемся творческими взглядами. Кто-то ходит пить чай, кто-то просто по делам друг к другу. Вот. Ну и взглядами на жизнь иногда тоже. Три выставочных зала наполнены под завязку. Здесь есть и реализм, и постмодернизм, и дизайнерские решения. Библейские сюжеты, натюрморты, пейзажи – это просто срез того искусства, которое создают в Новосибирске. Художники признаются, есть в этих работах что-то такое, что отличает их от работ из других регионов. Но я должен сказать, не мое личное мнение, а мнение людей, может быть, даже более, так сказать, опытных в этом плане, чем я, искусствоведов и художников наших известных. Многие считают, что новосибирская школа новосибирская, она одна из лучших в Сибири, во всяком случае. В разнообразии экспозиции что-то по душе найдет каждый. И будущие профессионалы, и те, кто просто хочет разобраться в новосибирской живописи. Выставка будет работать до конца февраля. Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!